основное учение, которое проповедует Дугин. Ты знаешь, в чем оно заключается? Нет. А вот напрасно. Вот Дугин бы тебе объяснил, но ты бы умер, пока он тебе объяснял. И ты бы не понял, что ты имеешь дело с сумасшедшим. Это Кахетон, это учение о том, как надо вернуть человечество в первобытное состояние, в пещеры. Есть, кстати, учение достаточно оскорбительное для русских. Вот по этому учению есть народы-дегенераты, которые сохранили в себе первобытный примитивизм, жестокость, страсть к грязи. И они-то и должны освободить человечество и спасти людей от серфинга. Ты что так скорбно глаза закрыл? Спасти людей от серфинга. А иначе спасения не будет у человечества. И Бог, существо, а у него сильно прогрессировало за тысячи лет, его шизофрения персональная, он убьет всех, потому что он окончательно выжил из ума и только ждет повода поднять уровень вод Мирового океана на 140 метров. И он беспокоится, что с презрением к новому всемирному потопу могут отнестись, ты знаешь кто? Серфингисты. Вот я серьезно говорю про спасение мира. Ты что думаешь, я шучу здесь с тобой? Но я про спасение. Вот, я серьезно тебе говорю, набирайте интернет, набирайте Дугин о серфинге, и вы увидите, нет ничего более отвратительного, чем катание с белозубой улыбкой на этой омерзительной доске. Самые страшные гетто будут созданы для серфингистов. Эти все твари должны мучительно умереть. Это вот просто очень легко Дугин о серфинге. Ну, шизик. Понимаешь, до тех пор, пока он не переходит в область понятных понятий серфинга, это непонятно. Пока он рассказывает о кахетоне и эсхатологии, ничего не понятно. Понятно становится, когда он переходит на обычные темы. Он ведь хитрый псих. Он, как правило, с темы кахетона не сруливает, благодаря чему спасается от психиатров и госпитализации уже 40 лет. Успешно спасается. Он воспитал мировоззрение Путина. Чего ты ржешь? Чего ты ржешь? И когда мы были вот знакомы, Сергей